По словам очевидцев, экскаватор съехал в воду и оказался на середине водоема. В результате машина почти полностью скрылась под водой. Видны были только кабины водителя и крыша. Видимо, брод глубоковат оказался, предположили пользователи. Местные жители позвонили в полицию на всякий случай. 16 апреля текущего года в полицию города Березники от мужчины поступило сообщение о том, что в поселке Зырянка в реке находится трактор. Незамедлительно сотрудники полиции прибыли по месту происшествия и обнаружили действительно в реке находящийся трактор. Пострадавших людей не было. В настоящее время по данному инциденту правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.